571 год минул с тех пор, как на живописном берегу реки Пахры появилось селение Ладыгино. С тех пор сменилось несколько названий, и сейчас это место известно как поселок Володарского. В честь дня его основания прошел праздничный концерт, который открылся исполнением неофициального гимна Володарки. В течение праздничного вечера на сцену выходили талантливые артисты. Их душевные песни и зажигательные танцы с легкостью покорили володарцев. Яркие номера представили хореографический ансамбль «Надежда», танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс», фолк-группа «Млада». Прозвучало и много теплых и искренних слов от официальных лиц. Выразить слова огромной благодарности за все, что вы делаете, за то, что любите свой край и сохраняете традиции, за то, что вы стараетесь быть всегда не на окраине округа, а на передовой. Вы особые люди. Здесь живописная природа и богатая традициями история. Но самой большой ценностью поселка всегда были его жители – добрые, открытые и трудолюбивые люди. И в последнее время володарцев становится все больше. Она такая, во-первых, душевная, простой поселок очень. И в то же время в ней есть изюминка вообще на самом деле. Ну и вообще люди здесь очень открытые, добрые. И как бы мне очень все вообще прям очень нравится здесь. А Володарка лучше, чем Москва? Да, очень нравится. В этот вечер в своих чувствах к малой родине признавались все. Марина Романчук – коренная жительница поселка. Ее судьба, планы и мечты связаны только с Володаркой. Процветание, конечно, дороги, побольше, наверное, кружков, побольше активных жителей. Потому что все равно многое зависит и от нас самих, поднимать себе настроение. Ну, просто с праздником. Володарка, мы тебя любим! Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.